Домбра – наследие народа. Под таким названием в Таразе проходит сегодня праздничное мероприятие. В нем принимают участие сотни горожан. Как отмечают Национальный день Домбры, в регионе готова рассказать Анастасия Сулейманова. Она сейчас на прямой связи со студией. Настя, здравствуйте. Что интересного проходит в вашем городе? Доброе утро, Альфия. Мероприятие началось с театрализованной постановки «Звук Домбры». Артисты областного театра и ансамбль «Акербес» отразили значимость музыкального инструмента, который издревле является верным спутником и душой казахского народа. А буквально 5 минут назад уже началось исполнение кюев возле памятника Жамбылу Жабаеву. 250 домбристов, участвуют в нем 250 домбристов. В массовом исполнении прозвучат 5 знаменитых произведений, среди них «Ерке Сылкым», «Коне Тарас», «Бал Брауэн» и другие. В ярком мероприятии принимают участие кюши-композитор Абдимамын Жилдыбаев и деятель культуры Республики Казахстан Аман Молдыбаев. Ценители народного музыкального искусства уже успели послушать несколько кюев и насладиться волшебными звуками любимого инструмента предков. А сейчас рядом со мной находится победитель проекта «100 новых лиц», дирижер Ерлан Бактыгерей. Добрый день, расскажите, пожалуйста, о значимости сегодняшнего праздника. Добрый день. Во-первых, разрешите поздравить весь казахский народ, всех казахстанцев с замечательным днем традиционного инструмента нашей домбры. Конечно, значимость она имеет огромную. Благодаря домбре каждый казах, я думаю, должен играть на домбре, и каждый должен считаться с этим инструментом. Спасибо огромное, конечно, нашему президенту, что благодаря его указу мы будем теперь праздновать День национальной домбры. Также еще раз поздравляю всех казахстанцев с замечательным праздником Домбры. Спасибо вам. А я добавлю, что как только прозвучат все кюи, участники выпустят в небо синие и желтые шары в количестве 55 штук. Их количество равнозначно дате образования казахского ханства. А уже вечером для гостей города будет подготовлена праздничная программа и викторина на тему Домбры. А также пройдет областной конкурс «Домбра Думан». Алия, на этом у меня все. Настя, спасибо. С нами была Анастасия Сулейманова. Мы продолжаем.